Всем добрый день, всем добрый вечер, с вами Стас Кобальт, канал Стас Кобальт. Записываю видео по поводу танков, но сейчас немножечко о другом. Вышло про меня видео, вот сейчас я тоже немножечко там разобрался там в своих делах. Буду выходить в эфир, но пока не так часто, периодически. По поводу танков, ну сейчас не по поводу танков буду говорить, но тем не менее хотел бы сказать, что давно меня не было на канале, но сейчас постараюсь делать видео почаще, но как получится. Сейчас сделаю видео по поводу того, что вот эти танки, да, вот сейчас я вам показываю, смотрите, вот это танки, и вот я делаю вот это вот все, сейчас вот так вот, вот, видите, танки, вот ваши танки, вот. И можете засунуть их, вот прям засовываю, вот рукой показываю, засовываю вот себе вот такую промежность. Вот прям, ой, как хорошо зашло. Вот в промежности засунул я все танки ваши, вот. Может быть, конечно, я вернусь в эти танки, но пока они у меня глубоко в промежности. Сейчас буду говорить, почему. Вот видите, у меня не только крутые очки, сейчас у меня крутые наушники. Почему тогда происходит? Ну, во-первых, танки, они требуют сейчас все больше и больше доната, то есть все больше и больше требуют от игроков каких-то денег. Это, если вы заметите, сейчас постоянно проходят какие-то акции, какие-то там розыгрыши, какие-то идут постоянно эти, как называются, ну, короче говоря, дополнительные вот эти вот идут бонусы, и дополнительные идут эти марафоны по танкам, чтобы вот эти танки премиумные разыгрывались и так далее, там, ну, фактически уже бесплатно дают прем-танки, вот, все это делается для того, что игра проседает, поэтому надо было этим ВГ смотреть мои видео, когда еще игра как-то ценилась и поэтому как бы не затухала, поэтому им надо было внимательно меня слушать, а то они послушали, да, там и сплюнули, как говорится. А, короче говоря, каждое слово, это, короче говоря, на вес золота, это их деньги, поэтому, как говорится, если они все профукали, все прослушали, то это их не проблема. И сейчас вот игра сдувается. Я сейчас буду в нее периодически иногда заходить, конечно, не так часто. Но вот почему я не захожу. Во-первых, я купил себе плойку четвертую. Плойку четвертую купил, причем за небольшую сумму, около 10 тысяч купил на Авито, на Юле. Так что, ребята, не бойтесь, не заходите на такие сайты, где люди продают свои, именно не с магазина, а именно с рук. Не бойтесь покупать, очень качественный товар. Можно купить очень дешевые какие-то там, ну, все от аппаратуры до любой техники. Вот, мне не проплатили ни с Авито, ни с Юлы, а я просто говорю, что вот я на примере, допустим, вот себя говорю, что я купил и не пожалел. Вот, допустим, я купил, смотрите, за 10 тысяч плюс еще, допустим, две игры, которые вы знаете, это Horizon. Кто играет, тот знает, это вот эксклюзивные игры на PlayStation и Uncharted, да? Ну, две игры, но тем не менее, вот сейчас сижу в Uncharted, допустим, играю. Еще я играл на PS3, Uncharted 3 играл, Uncharted 2, первые довольно-таки классные игры, на эксклюзивные на PS3 были, и вот сейчас на PS4. Игры, вот, это очень классные игры, я не рекламирую эти игры, ничего, не это самое, как говорится, просто я говорю, что они очень классные, иногда просто от танков надо чуть-чуть отдыхать и себе не отказывать в каком-то удовольствии, поэтому, если вы переключитесь с онлайн сектора на какие-то другие игры, это ничего страшного, надо немного отдыхать и
посмотреть, как следить за этой ситуацией, следить за ВГ. Но я даже сейчас вот переключился, что даже нет никакого желания заходить в эти танки, потому что выходят очень классные игры, такие как вот сейчас вышла God of War, потом выйдет Red Dead Redemption, там потом еще другие игры будут. И, может быть, я буду говорить, выходить в какие-то я играл. Пока играю вот в Uncharted 4, очень мне эта игра зашла, очень нравится. Причем можно играть и как и молодым, так и взрослым. Графика на высшем уровне, очень она здоровская графика в этой игре. Поэтому по танкам, да, по танкам, что тут можно сказать? Пока очень прогноз очень пессимистичный по танкам, да, то есть не улучшается игра, она ухудшается. Там без доната, если вы посмотрите, у меня без донатов, без всяких там прем-танков, и даже вы видели там по моим каким-то реплеям, что у меня практически нету этих премиумных танков, вот. Поэтому играть невозможно без доната вот сейчас вот. Но я и не буду донатить и буду продолжать настаивать на своем, что в эту игру надо играть без доната. Если это онлайн, то онлайн он должен быть и честный, и как бы в этой игре. Поэтому пока он нечестный, может быть, я и буду говорить про нее нелицеприятно, может быть, и это не будет нравиться разработчикам, но это их деньги, это их как бы это. Я не уговариваю людей не играть в эту игру. То есть люди просто многие должны знать, что ну, они ничего не добьются в этой игре без доната. Это надо честно сказать разработчикам тогда, что если у них проект не спортивный проект, а просто как коммерческий проект. Просто они должны это признать и сказать людям, что они играют в коммерческий проект, а не спортивный онлайн какой-то там проект, который, может быть, да, они есть, но это очень какое-то там исключение, может быть, там это Dota 2 и еще там парочку. В основном это все коммерческие проекты, где без доната вы просто не сможете играть. Так что все, всем всего доброго, буду выходить на связь. Да, не так часто, но тем не менее хочу, чтобы ВГ все-таки прислушалась к мнению обычных игроков, таких как я, и таких игроков немало, как бы они бы, может быть, и тратили бы деньги в этой игре, как я потратил, допустим, деньги на другие игры, на другие развлечения, да, но не на вашу игру. Все, всем всего доброго, всем пока, с вами был Стас Кобальт, всего доброго, до свидания.